Иногда мы можем по 10 раз пересматривать любимый фильм и не замечать какую-то маленькую деталь. А бывает и так, что от зрительского внимания ускользают и сами актеры, которые появляются в кадре мельком или под тоной грима, за которым их просто невозможно узнать. Сейчас я вам покажу 7 знаменитостей, которых вы, возможно, не замечали при просмотре известных фильмов. Молодежную комедию «Евротур» в 2004 году посмотрели миллионы, но мало кто узнал в бритоголовом музыканте, исполнявшем песню «Scotty Doesn't Know», известного актера Мэтта Дэймона. Кстати, а какая ваша любимая комедия? Напишите об этом в комментариях. Так сказать, поможем друг другу подобрать очередной фильм для просмотра. Немногие узнали под этими очками и усами знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма, который появляется в самом начале знаменитой картины Гая Ричи «Агенты Анкл» в роли бывшего советского агента КГБ. Эта скандальная история привлекла внимание ЦРУ. Они признали, что... Простите, товарищ. Дэвид Бекхэм и Гай Ричи давно стали друзьями, и потому неудивительно, что режиссер предложил бывшей звезде футбола роль в своем фильме. Король поп-музыки Майкл Джексон исполнил небольшую роль агента М во второй части знаменитого фильма «Люди в черном». А должность, которую вы мне обещали в «Людях в черном»? Работа по интеграции инопланетян не завершена, я вам сообщу. Впрочем, многие этого так и не заметили. А вот об этом камео знает почти каждый зритель. Но все же, как я могу упустить этот известный эпизод? Помните сцену, в которой Кевин впервые попадает в роскошный нью-йоркский отель Плаза? Затем он спрашивает, как пройти в холл у случайного прохожего. Простите, а где партия? Прямо по коридору и налево. Спасибо. Этим прохожим был никто иной, как знаменитый бизнесмен, а теперь президент США Дональд Трамп. Эй, я президент! Can you believe it? Ставь лайк, если давным-давно знал об этом. Мадонна не только исполнила саундтрек к очередному фильму о Джеймсе Бонде, но и получила небольшую роль инструктора по фехтованию. Клинок вы держать умеете. Увы, но критикам игра певицы показалась не очень убедительной, и Мадонна удостоилась «Золотой малины» — антинаграды, которая отмечает худшие актерские работы. Поклонники вечной истории о любви Розы и Джека, конечно, не обратили особого внимания на сцену в начале фильма, где один из смотрителей «Титаника» проверяет бороду бедного пассажира на наличие вшей. А ведь роль этого бородача исполнил сам режиссер Джеймс Кэмерон. К слову, Кэмерон – один из самых успешных режиссеров в истории кино. 8 его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 миллиардов долларов. Фильм «Поймай меня, если сможешь» повествует о реальных событиях и жизни бывшего мошенника Фрэнка Абигнейла. И сам Фрэнк не смог отказать себе в удовольствии появиться в этой картине. Он сыграл полицейского и надел наручники на молодую версию себя. Он уже арестован, я его взял, все в порядке. Все в порядке. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!